Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. У нас 11 день и 50 миллионов древесины я забираю. Так, ну что, Беззубик. Рыба, древесина и руны. Так, давай-ка мы этого заберем с тобой. Это у нас Скорожал. Как он выглядит, а? Прикольно. Ну что, разместим его, пожалуй, сюда. Так, а эти у меня тут уровни получили. Я даже про них забыл, если честно. Ледоморды всякие там. Так, что нам нужно? Ну, во-первых, нам нужно очень много с тобой железа. Для того, чтобы прокачать нашу кузню. Если ты еще об этом не забыл. Так, древесиночку забираем, отправляем. Так, чтоб от смерти давай тоже лети. Здесь у нас рыба. Так, секунду, друзья. Здесь тоже рыба. 4 железа. Так, отправляем его дальше на поиски. Так, древоруб за древесиной. Костолом за рыбой полетит. Так, что еще? Давай посмотрим. Эти-то у меня собрали уже все. Да, здесь рыба. Отправляем дальше. Продолжаем. Так, этот получает уровень. Ну, а принцесса огнеедов не хочет. Не хочет, друзья мои, она переходить в титаны. Ну что, придется опять ее отправлять на обучение, друзья мои. Нам нужно с тобой еще 15 железа. Это приличное количество. 15 железа. Где же мне это все взять-то, а? Так, подожди-ка, у меня кто-то еще же должен, по-моему, был отправиться на поиски железа, если я не ошибаюсь. Так, эти у нас тут получают по уровню. Ну, это так, ребят, чтобы не простаивало у меня. Так, будь добр, пожалуйста, дай мне 2. Здесь 2 и здесь 2, друзья мои. Ну, сами понимаете, да? Так, а тут у нас либо пак, либо яйцо. Так, здесь мы с тобой забираем. Дальше отправляем его на поиски. Ту же самую манипуляцию делаем и с этим. Забрать и отправить. На обмене у нас с тобой... Ну, вот только такая вот брошка. Заберем с тобой еще один открывшийся пак. Кстати, нужно будет набивать паки, скорее всего. Пристиголов, шторморез, шепот смерти, парящий прихвостень. И последний пак мы с тобой на активацию ставим. Здесь открываем с тобой бесплатный пак. Ну и заодно сразу же рекламный тогда откроем. Костолом, шипорез, вострозуб. Так, замечательно. Монетки Одина. Ужасное чудовище, древоруб, шторморез. Что-то как-то маловато. Ну что, и посмотрим, друзья, открылось ли у нас событие. Так, 5 часов надо ждать. А здесь... Подожди-ка. А, здесь один день, а тут 5 часов. То есть это, грубо говоря, можно вечером приступать к прохождению. Ну что, а сегодня и сейчас, в данный момент, мы, наверное, с тобой займемся ареной. Потому что она у нас пустая, как ты видишь, там паков нету, надо набить. Так, и заодно здесь с тобой наградки соберем. Так, и здесь 50. Нам еще нужно 40 с тобой, 40 наград, и мы с тобой получим приз. Да, у меня еще, видите же, хламоны тут сидят. Так, что ты мне принесешь? 25 шестеренок. Я нисколько не удивляюсь этому, что именно шестеренки. А здесь наверняка ты дашь светлый янтарь. Так, Громгильда. Не, чтобы 600 рун дать мне. Ай, ладно. Здесь что? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, явно топор, наверное, они мне не дадут. Дадут мне 2 там или 3 руны. Ну, сколько здесь? 12.
12 рун. Так, Барсик, давай-ка мы тогда тебя отправим еще в одно приключение. Полетай там, пожалуйста. Ну, а ты мне что? Шестеренку, да? Нет, руны. Но здесь, ребята, мало рун. Там, по-моему, 5, 8 и 12, если я не ошибаюсь. А тут вообще 4 даже. Ну, вот как-то так. Лети в приключение, Аболтус. Ну что, вроде бы все, да, у нас при делах. Так, у нас, кстати, один из шепота смерти. Он может, ребята, приносить, знаете, что? Железо. Мечекрат, 450. Слушай, а мечекрат тоже может, да, получается, железо? Но почему-то только лишь одно. Хорошо, короче, давай мы сейчас с тобой поиграем на арене. Забьем паки, откроем два пака вождя, заработаем, да? И вечером уже, наверное, по возможности мы будем с тобой проходить события. Так, ну что, поехали. Начнем, как говорится, потихонечку с тобой бомбить. Ну, в принципе, я думаю, что мы справимся с этим врагом. Понимаешь, мне приходится здесь делать вот музыку в самой игре потише, потому что вот эта вот рождественская песенка, ребята, она, понимаешь ли, под авторскими правами. И у меня, кстати, я только сейчас вспомнил, что у меня серия лежит после того, как я музыку убрал, а выложить ее забыл. Точно. Слушай, а вот здесь вот, где в поединках, тут все нормально. Тут музыка, как говорится, можно ее даже сделать погромче. И ничего страшного не будет. Так, хорош, может быть, уже бомбить-то мне, а? Барсик, ушатай его, пожалуйста. Ну, костолом, конечно же, уничтожит. Нисколько не сомневался. А вот дудки тебе, парень. Раз, два. Конечно, захотел что. Слепоту хотел, ребят, повесить. Но так как он сам слепой, естественно, он не попал, промахнулся. Ну и все, и распетрушили мы его. Ну, у нас тут Громель, Сарделька и Пристиголов. Так, давай тогда в ответочку. У него на один уровень старше, да, чем мой. Так, зеленый, красный, фиол. Так, ну что, Барсик, в принципе, уже не жилец. Так, они мне, наверное, сейчас все-таки штормореза уничтожат, да? Да, Сарделька постарается. Я тебя понял. Сделаем так. И вот так. Твою налево. Так, мы можем здесь... Да, скорее всего, мы сфейлимся. Скорее всего, мы здесь сфейлимся. Давай, заряжай. Почему не стал фаерболом бомбить, а? Вот скажи мне, почему ты не стал бомбить каким-нибудь фаерболом? Угу. Специально так делать, что ли, я не могу понять. Ну что, ушатаем тогда. А этот под усиленной атакой, ребята, на-ка тебе. Слушай, по-моему, у него шансов нету на победу. Мы его ослепили, сейчас мы его укусим. Еще раз укусим. Ну и в принципе и все, ему будет потом... Все, ему крышка, ребят. Шикарно. Так, а здесь у нас, значит, Пристиголовый, Громорог и Громобой. С кого бы тут... Давай, наверное, вот так вот начнем. А с Громобоя? А ну-ка. Хотя вот этот удар можно было бы, в принципе, прописать и Громорогу. Ну ладно, Громобоем занялись, будем его уже, как говорится, уничтожать.
Понижает мне атаку. Так, а мы... Отлично. Все-таки мы раскромсали громобоя. А это будет пламя. Замедление, да, поставил еще? Ух. Не кисло. Совсем, друзья мои, не кисло. Ну что, сейчас кривоклык добивает пристеголового. Ну, а мы с тобой хильнемся. И будем потихонечку уже уничтожать громорога. В принципе, никаких проблем вообще здесь не будет. Давай его добьем. Вот так вот. Вот и все. Ну вот, мы с тобой нашли два обычных пака и пак вождя. Шторморез, громобой, защитник, парящий прихвостень и все. Что-то как-то вообще скудненько. А тут у нас никто не прокачивается. Опа. Шепот смерти экзотический. 51 уровень нужен, да, получается. Итого у него 9 разряд. Так, громорога, по-моему, нельзя улучшать. Да, нужен 51 уровень, так же, как и змеевика. Гром, у тебя тоже нельзя? 24 уровень нужен, да? Так, а громобой? Вот, громобой может, ребята. 13 разряд получается. Слушай, ну неплохо. Я считаю, что неплохо. Клыкокрив. 24 уровень. Так, да я лаврыга, в принципе, не качал, поэтому понятно. Вот громыль. Ага. Слушайте, получает 11 разряд он у нас, этот громыль. Острокрылый змеевик. Он у нас не прокачанный, и этот тоже не прокачанный. Хотя, по большому счету, что нам стоит, да, ребят, прокачать им 24 уровень? Это вообще ни о чем разговор. Ну что, мы переходим с тобой на следующий поединок и попробуем открыть с тобой второй пак вождя. Так, что у нас там сейчас выпадет? Сарделька, громыль. Так, и костолом. И все зеленые, причем. О-ля-ля, что будем делать? Надо как-то бомбить нам вот этого громиля в первую очередь, я так понимаю. Фига он шпарит. А как это сделаешь ты? Я вот не знаю, ребят. Пробить быстро, уровень 17-18, сейчас будет разбег. Угу. Шторморезу, видимо, крышка. Оу-оу, барсика снесли, прикинь. Ну что такое-то, а? Ай-яй-яй-яй, как все плохо-то. Как все плохо, печально. Ну тут сейчас опять будет разбег. Тут вряд ли мы выиграем, друзья. Что-то уж больно как-то сильно лютует. Этот еще подходим. Все, мы тут ничего не сделаем. Сейчас мне вырубят шторморез. В плане. Я вообще-то думал, что шторморезом вырубят. Ну вот сейчас. А как я вот буду здесь одним кривоклыком драться? Сейчас разбег пойдет. Ты думаешь, что он упустит такой момент? Конечно же нет. Псих-одиночка, потому что. Яй-яй-яй. Да все, тут крышка, ребята, он меня просто сейчас... Хотя, подожди. А что, а мне ходить не надо, да? Вот так вот просто, мне не надо ходить, зачем? Перебьешься, Рэй. Так, а здесь-то что у нас? Ну, я думаю, наверное... Давай вот так вот громобой попробуем запинать. Хотя вот этот вот бесявый. Но громобой, в принципе, уже не жилец. Я думаю, что барсик его все-таки добьет. Угу. Замечательно. Сейчас что-то будет. Трэш какой-то, просто трэш. Как он разбирает барсик моего вообще? Как будто это... Я не знаю, даже не то, что груша для битья. Это просто какой-то... Как ты это делаешь-то, а? И там, и сям успевает.
Ай-яй-яй. Но, тем не менее, мы уничтожили крылатый ужас. Ну, а этот все за свое, да? Он зеленый, поэтому тяжело его будет разобрать нам сейчас. Хочет Барсика бомбануть. А на тебе слепоту. На тебе понижение защиты. На тебе удар. Все, ему крышка. Тут он уже ничего не сделает. Мы еще даже с тобой хильнуться успеем за его счет. Вот так вот. Так, друзья мои, следующий у нас поединок. Я, кстати, сейчас посмотрел. Нам, оказывается, всего лишь одной карточки не хватает для того, чтобы прокачать Барсика на следующий разряд. На 16-й. Всего лишь одной карточки. Вдруг, может быть, нам повезет. И из пака Одина, который у нас скоро откроется, выпадет. Как ты жестко-то вмазал. А куда музыка исчезла? Вообще, вообще ноль. Тишина. Давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Кому-то крышка. Барсику, наверное, да? Барсик-то еще выжил. Но вот это сейчас мелкий кого-то бомбанет. Опачки. Вы серьезно? Я сделаю вот так вот. Он мне должен помочь вот с этим подхалимом. Ну давай. Ты сейчас специально это сделал, да? Конечно же, конечно, ребята, это сделано все специально. Никогда не делал защиту, тут он решил вдруг защиту сделать себе, а? Ну все, мне тут ничего не остается, ребята. Как погибнуть достойно. Хотя, подожди, да ну, вряд ли мне это поможет, конечно. Если бы он кританул бы, хорошо было бы. А так... А так, ребята, не получается, ну никак. Хоть ты тут что делал? Ну, я боролся до последнего, ребят. Если он промахнется, конечно, но это маловероятно. Хоферсон. Крылатый ужас. В общем, понятно, кого они тут набрали. Давай тогда попробуем Хофера. Хофер, по идее, как бы по разбору самый легкий. Уничтожается практически на изи. Так, теперь вон того возьмем в прицел. 17-17 уровень, да? Оба 17 уровня. Но то, что вот он делает, понижает защиту. Тут, блин, атаку понижает. Это, конечно, не есть хорошо вообще. Вообще не очень хорошо. Так, давай-ка залечим раны. Сейчас будет, наверное, фаербол свой. Ну, естественно. Пошел, пошел, пошел своими фаерболами. Это наш шанс. Хильнемся. И добьем. Добьем же. Давай, бей его. Все, друзья мои, нормально. Ну что, открываем с тобой пак вождя и смотрим. Шторморез, громобой, кревет, крылатый ужас, палящий прихвостень, водорез, беззубик. Беззубик, друзья мои. Так, значит, мы сейчас с тобой еще получим награды. Так. И вот так. Давай сюда. Что там у нас? 50 рун. Шикарно. Так, ну что, друзья. Вроде пока и все. Единственное, что, конечно, нам нужно с тобой железо. И за железом у нас полетел только лишь ветрокрыл. Для того, чтобы отправить кого-то другого. Слушай, подожди-ка, если мы с тобой... Так, вернуть 360. И если мы сейчас с тобой... Сколько он там вообще добывает нам? 4, да? 4. Мы же можем с тобой пак вождя. Не пак вождя открыть, а пак с ресурсами. За монеты Одина. Есть такая возможность. Вот он.
Давай-ка мы его откроем с тобой. Вот, видишь, сколько древесины надавали. Теперь мы отправляем этого. Опа, за железом. И еще, если не ошибаюсь, у нас какой-то шепот смерти. Тоже. Может так, вернись. 360. У нас же, по-моему, что-то там еще лежит, нет? Блин. Нехватка, к сожалению. А так бы можно было... А, тут 360... Давай, 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 давай. Все, он полетел тоже. Забираем тут награду. Так, и еще, по-моему, все-таки какой-то креветик у нас должен добывать железо. Сейчас проверим. Тут 80 уровень нужен. 360 древесины. Ага, нам надо еще беззубика с тобой отправить. Давай-ка мы это сделаем. Пускай он поищет у меня. Ничего себе. Древошип. Вот этого, волнолома. Все. Забираем с тобой награды. Ну что, как ты знаешь, да? Через 5 часов у нас откроется событие. Ну, проходить я буду, наверное, через 5 часов, а скорее всего ближе к вечеру. А серия, скорее всего, выйдет завтра уже с этим прохождением. А на этом пока все, друзья мои. Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.